Кассетный боеприпас – разновидность боеприпасов типа воздух-земля либо земля-земля. При взрыве кассетного боеприпаса производится выброс суббоеприпасов. Обычно применяется для уничтожения личного состава противника, а также транспортных средств. Также применяется для разрушения взлетно-посадочных полос, а также линий электропередач. Использование кассетных бомб представляет опасность для гражданского населения. Данные бомбы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в мае 2008 года. Данное оружие представляет собой некую бомбу, внутри которой располагаются несколько сотен дополнительных взрывчатых элементов, или так называемые кассеты. Запускаются с самолетов, а также с земли.